Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить жареный картофель с тушенкой. Для этого нам понадобится 2 килограмма картофеля, 2 луковицы, 1 банка говяжьей тушенки, 1 столовая ложка соли без горки, полстакана подсолнечного масла. Нарезаем лук полукольцами. Картофель нарезаем кубиками. В сковороду наливаем подсолнечное масло и нагреваем его. Затем выкладываем картофель. Добавляем соль, лук, все перемешиваем лопаткой. Закрываем крышкой и оставляем готовиться на среднем огне. Когда картофель почти готов, добавляем говяжью тушенку, разрезанную на маленькие кусочки. Еще раз все перемешиваем. Готовим еще 5 минут, и картофель с тушенкой готов. Приятного аппетита!